Между тем, 151 200 доз вакцин Johnson & Johnson, доставленных в Молдову по линии платформы COVAX, уже распределены по всем 530 пунктам иммунизации страны. 15% этой партии отправили в Левобережье. Минздрав призывает всех граждан сделать прививку, тем более, что в случае с Johnson & Johnson нужен всего один укол. Эффективность препарата от заражения превышает 66%, от госпитализации 100%. Dacă să vorbim despre diferența dintre alte tipuri de vaccinuri pe care le avem deja în țară, el este asemănător în primul rând cu vaccinul AstraZeneca și cu vaccinul Sputnik, doar că aici avem doar o singură doză. Deci vaccinul Sputnik are două doze. Противопоказания к применению препарата только если есть аллергия на компоненты, а они в целом схожи с составом сывороток AstraZeneca и Sputnik. Показания всем, старше 18 лет, в том числе беременным и кормящим. Эпидемиологи советуют долго не раздумывать. Вирус не дремлет, видоизменяется, и новые его штаммы становятся все более агрессивными и заразными. Новая волна – вопрос времени. Вакцинурile care au fost acum dezvoltate, inclusiv și vaccinul Johnson & Johnson, și-au demonstrat eficacitatea inclusiv și pentru vaccinurile, inclusiv și pentru aceste variante noi apărute, inclusiv vorbim de Delta sau alte variante Lambda, care la fel sunt foarte agresive. Чтобы понять, как работает вакцина в сообществе, достаточно посмотреть на статистику среди привитых врачей, в том числе работающих на передовой. При 80% вакцинации медработников заражений среди них практически нет. И это лучший аргумент в пользу вакцинации. В Молдове на данный момент использовано почти 825 тысяч доз вакцины от коронавируса. 150 тысяч доз препарата Johnson & Johnson – лишь первая часть партии в 518 тысяч доз, которые обеспечат Молдове платформа COVAX.